Всем привет! Вторая серия нового турецкого сериала «Таинственный сад» выйдет 22 октября. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день. И если вы хотите, чтобы Назлы смогла защитить своего сына, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Демир настроен решительно. Он хочет взять опеку над сыном Назлы и стать ему отцом, чтобы у мальчика было хорошее будущее, образование и достаток. Но отец Демира категорически против того, чтобы он тащил в их дом этого ребенка, потому что ему не нравится Назлы и то, чем она занимается. Он сказал, что в семью может войти только доверенное лицо, а не кто попало. Мать Назлы настаивает на том, чтобы познакомиться с Мэмо. Она хочет видеть своего внука, но Назлы говорит ей, что у нее нет никакого внука, и она им не дает общаться. Назлы еще не знает, что ее хотят серьезно подставить, чтобы лишить родительских прав. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.